Наверное, вот эта вот чистота просто из-за того, что юбилейный год,
очень люблю живопись, Сергей Георгиевич, и внимательно всегда смотрю, какие тонкие тут нюансировки такие есть, есть просто шедевры. У меня только одно такое обидное чувство, что, конечно, каждому художнику все работы дорогие, конечно, они все где-то в районе сердца, но, наверное, можно было бы и чуть-чуть пореже выставить, потому что работы значительные, и они в такой тесноте, и больше зал, чуть-чуть мешают. И можно где-то еще выставить, может быть, часть выставить внизу, в этом зале, который у нас под замком всегда. Я желаю Сергею Петровичу здоровья, особенно, чтобы он не страдал ногами, потому что я вот почувствовал, у меня левая задняя что-то с время отказывает. А для того, чтобы лазить на все эти уголки, на горы и пробираться через коряги, нужно здоровье, нужны здоровые ноги. Я вас поздравляю и с рождением, и с выставкой. Это качество талантливого педагога, и еще это при этом талантливый художник.
видим на этой выставке, это художник, который видно, что он работает постоянно, это экспериментатор, это великолепный цветовик, это очень интересный фактурист. И все. Поэтому я вас поздравляю с прекрасной выставкой. Ну, какой скалолаз, я знаю, потому что когда мы ездили с ним на практику на север, мы там тоже полазили с ним. Где он был, я там туда даже заехала. Так что я вас поздравляю, знаю, потому что еще впереди вам предстоит очень многое. Вот тогда второй не дарим подарок. Задерживается, может быть, и не сможет приехать Владимир Александрович Пастухов, он хотел. Он любил говорить, педагог художник — это деградированный художник. Выставка опровергает эту фразу, потому что это деградация. А на любой самого высокого уровня художественной выставки профессионалов Сергей Григорьевич выглядел бы достойно, и ни о какой деградации не может идти речи. Еще раз поздравляю. Открываем выставку. Получайте удовольствие. Минут 20 у вас удовольствие есть сегодня. А у нас следующее потом пойдет. Спасибо. Выставка открыта. Что было до этого? А что молчите? Несите. Хочу поздравить Сергеевича. У вас такое событие училище. Единственное, меня что-то удивило, что уж много уходит. Все, видать, знает, все умеет. Ведь это событие педагог ваш. Вот я сейчас на пенсии, несколько лет уже. Вот. Я всегда вспоминаю училище, 45 лет здесь проработал. Вот. И Сергей Юрьевич знаю уже 40 лет. Так что самый ученик, а сейчас самый первый преподаватель. Мне всегда было приятно с ним работать. Он всегда вел живопись, я рисунок. Вот. И знаю его качество. Не думается, что выставку, это действительно событие. Ведь смотрите, человек отдает жизнь, в общем-то, тут педагогическая работа и творчество. Эти вещи какие смести. Можно так немножко преподавать, там, с 5 на 10. А когда по столько лет то это именно что вот такой творческий процесс, который даже я еще выставку не посмотрел, но самое главное, наверное, не в том, что я скажу о выставке, а важно то, что у него стремление. Стремиться надо все время, тем более молодым. А результат, там критики найдутся, там искусствоведы, там черт чего наговорят. Поэтому, когда человек стремится, он получает какой-то результат. Я уже знаю много учеников, которые приезжают с разных мест, даже с разных стран, приходят там в гости, сейчас уже реже. Но они не забывают училище, они помнят о нем, они знают, что здесь вот храм, который нужно поддерживать, убить вот этих.
поблагодарить вас за то, что вы здесь, за то, что вы
Спасибо вам большое.